И доброго времени суток, уважаемые зрители. С вами снова Всем сэр привет. Ленард и сэр Холмс. И сэр Холмс. На канале Noble Source Channel. И мы продолжаем прохождение Neverwinter Nights. Предыдущие серии были записаны уже давненько. Я уже даже подзабыл, что происходит и как тут чё. Но я напомню, что происходит. Происходит освобождение района полуострова от засилья криминальных элементов, сбежавших из тюрьмы вследствие порабощения сознания отвратительным существом, которое мы должны найти. Найти мы его должны, убить мы его должны, сказал бы мастер Йода. Или не сказал, потому что вроде бы нельзя убивать джедаи и все такое. Но это немножко не та история, поэтому мы идем дальше. Собственно, мы находимся в тюрьме, в здании тюрьмы, вот центральный вход, поэтому нам нужно бежать. Куда нам нужно бежать? Лестница нам нужно вниз. Бежать туда. Лестница вниз. Мне кажется, мы в прошлый раз не чистили. Нет, мы там все уже, уже все там обшарено. Нам нужно бежать вот туда, прямо по курсу. Не-не-не, тут смотри, в камерах ходят заключенные всякие. Да? Да. Кого-то видишь? Да-да-да, я уже сражаюсь. Все, готов. Да, судя по мерзкому крику, тушка отмучилась. Так, кто здесь еще есть? Пусто-пусто, бывший стражник. Бывший стражник. Буду говорить с бывшим стражником? Конечно. Стоять! Можно ли вам доверять? Ладно, дорога расчищена. Все, он сваливает. Да, сэр. 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 Может быть, он хотел сказать сэр, потому что это моя фамилия, но я не думаю, что он об этом знает. Так, тут трупец. Мы его сейчас обшарим. Бутылочка с лечением. Отлично. Что-то этот трупец как-то странно выглядит. После зомбоида что-то хочется бегать ваздом и зажимать Ctrl постоянно. Так, тут дверь. Ну-ка, проверю. Наверняка тут это куча. Есть? А, слушай, никого нет. Вот запертый там сундук. Сейчас Семен справится. Надо пустить Семена. Ну-ка, пусти меня. Сейчас, сейчас. Спасибо. Семен, взять. Давай, запихивай лицо в скважину и работай. Отлично. Так, там это. Давай, слушай, ну вот бери мешки целителя, я выкладываю все, что у меня есть, бери их все. Ух, ничего себе. У тебя прокачивается навык, поэтому да, тебе будет полезнее, чтобы еще эффект приносить. Так, а вот за этими стенами, я не знаю, даже ждет ли нас битва. Я не помню, если там кто, честно говоря. Сейчас проверим. Да, есть берешь заключенный, я вижу. Вон они уже там. Их. Их много! Угу. Смотри, сейчас мы. Подожди, вымани их всех сюда. А, да-да, выманил. Давай их вот-вот-вот. Хотя, нет, я просто хотел их массово ударить заклинанием, но смысла в этом я особого не вижу. А тебя там камушками кидаются, вижу. Не, отскакивает от твоего подбородка. Меня так, тут осадили знатно. Семён тем временем воздает им всем. Кто там, прачники? Ага, ну они ничего так больно кидаются. Гады. Так, драгоценные камушки здесь лежат. Все, о, готово. Очаровать персонажа, отлично. Так, тут что-то остается. Меня знатно потрепало, сэр. Ну, мы на войне. Сожми зубы, выстрели вперед челюстью, вперед отражать, как это делает доблестный Семен. Так, впереди еще два упыря. Ай, отлично, выстрел мимо. Семен вот просто. Пришел и всех ребята убил. Начали. Так, ну сейчас нужно аккуратно, потому что вот это вот, скорее всего, ловушка здесь, как мне кажется. Так. Да, точно, ловушка. Дыхать сейчас Семен, еще нельзя. Да. Давай. Все, Семен пошел. Семен пошел. Семен работает. Он умеет обезвреживать, да? Он же вор. Так, тут лежат перчатки и сюрикены. Сюрикены у нас что? Уникальные сюрикены, множество когтей называются. Так, 10 штук всего перчатки. Скорее всего, концентрация. Ну да, опять. Так, еще остались вот эти вот дверки. Может сначала подлечиться, не? Уже поздно. Как говорил Эш из сериала, ну и из фильма,
Эш против зловещих мертвецов. Сначала стреляй, потом думай. Слушай, потом там из камер кто-то бежит. Пришло к выводу. Стреляй, никогда не думай. Все. А, нет, вот попали. Там спереди. Спереди лежит труп. С моего пошманаем. О, меньше восстановления. Прелестно. Так. Тебе подходит такое, да? Ну да, я могу колдырить эту штуку. Поскольку я маг универсального, маг широкого профиля, то мне можно все. Ну-ка, маг широкого профиля, тут еще одна дверь. Сейчас, тут еще один труп, а он пустой. Хм, почему же он пустой? Наверное, кто-то его обшарил. Я рассуждаю, как капитан Смолет из острова Сокровищ, точнее из мультика. Там еще одна собака, судя по всему. Да. Давай. Надеюсь, нас не смотрит. Да, я разберусь с этим порождением зла. Greenpeace. А, кстати, в прошлый раз я играл друидом. Помнишь? Да. Вот. И мы как-то проходили это место. И я даже не знаю, как отнесся мой персонаж к такому вот выпиливанию скотинки. Это был такой же хитрый друид, как и твой хитрый маг. Вот теперь можно отдохнуть. Вся скверна истреблена. Да. Паладин со спокойной совестью отдыхает. Кстати, такие сторожевые собаки у них. В роли спокойной совести выступаю я. Так, и мы продолжаем. Так, что у нас дальше? Лестница вниз. И мы идем вниз. Так, камера заключения. Так, тут эльф, который призывает нас отправиться в изолятор. Ну мы уже знаем, что он. Поэтому давай, говори-ка с ним ты, и он не будет говорить, пока мы не закроем дверь. Семен, быстрее заходи и закрывай дверь, здесь опасно. Это безопасность, и слово предоставляется Сэру Холмсу, к главному по переговорам с трусливой и неэффективной стражей. Здравствуй. Мы не заключенными. Нет, мы пришли не смотри на мою растаманскую прическу. В таком случае это счастье, что вы пришли, они идут из камеры в ПК. В общем, стражники... Нет, он уже среагировал. Да? Так, ну, а кто же вы в таком случае? А, просто стрэнджник. Могли бы ответить несколько вопросов. Что затевает главный надзиратель? Пытал стражников, потом удалось убежать. Почему он вас пытал? Угу. Брался к нам в голову. Выходили чистыми зомби, кого-то браковали. Наверное, кто-то помогал? Правая рука, полуорк Курдан Фенгхт, один из самых отвратительных заключенных в казематах. А что такое казематы? А, это то, куда мы сейчас пойдем. Кажется, там внизу. Так. Мы это заслужили. В таком случае, прощайте. Нет, мне нужны припасы. В таком случае, прощайте. На юге. Ну подожди, ты отвлекаешь меня. А двери. Так, на севере или юге. Двери заперты или нет. Так. Ну, в принципе, это все, что было нужно знать. Что вы знаете об этом этаже тюрьмы? Между обычными и злостными. Ладно, все. Выведал из него все, что можно. Он говорит, я послежу за этим местом. Ну пусть стоит, охраняет. Я погружусь в силу. Сила подсказывает мне, что решение вопроса находится где-то... Где-то слева. А, ну да. Ладно. Ой. Ну, по всей видимости, вот это вот опять открывается... Нет, Семен, не говори со мной, пожалуйста. По всей видимости, открывается централизованно, поэтому нужно найти рычаг. Давай же искать его. Рычаг, так, ага, вот и первый представитель контингента. Я промазал, ухожу на перезарядку. Слушай, да, такой типичный представитель. О. Небритый, в трусах. Так, хорошо, дверь. Кстати, ты ему выстрелил прямо в голову. Ой-ой-ой, аккуратно, ловушка, не открывай. Не открывай, не открывай. Угу.
Семён открыл. Охо-хо-хо. Тогда да. Сиживались. По одному. Так, а тем временем сзади подбегает. Ничего, ничего, все нормально. И, по-моему, у меня кончаются стрелы. Паладина, глаза на затылке. Да, ты пока их разберись, я сундучок золотой, может быть там что-то... Ой, там еще кто-то. Только не трогай Семёна, негодяй. Да ладно, все закрыто, как так? Ну-ка. Это же вот эта вот фигня закрыта. Попробуем сломать сундук. Все, уже не надо, уже открыто. Тут Эль. Берем на продажу. Так, ну... Мне действительно нужно будет пополнить боезапас. Ой, так, еще один бежит. Ну-ка тебе вот... Вот на тебе, так, слушай, секунду. Ой, что это отлично. Такое? Это я использую на него. На. Ох уж это ваша магия. Ха! Это наша магия. 16 стрел. Что-то мне это не нравится. Я, наверное, слетаю в город. Слетаешь? Ну, закончится самый неподходящий момент, и все. Ну давай. Ты же быстро вернешься. Да, да, да. Храмовые служители. Сейчас я куплю у вас немножко стрел. Если кто забыл, то у наших персонажей есть такая вещь, как камень возврата, который позволяет вернуться... Куда позволяет? В храм Тира. Да, камень возврата позволяет нам вернуться обратно туда, откуда мы начинаем наше путешествие, в компанию к унылой невервинтерской бюрократии и, собственно, начальнице местного МВД. Так, меч они у меня не купят. И, собственно, этим камнем сейчас воспользовался Валинар, чтобы выполнить свои запасы. Продать им кучу перчаток. Так, которые мне не нужны просто. Слушай, совершенно. Я тоже тогда вернусь. Да, и тогда мы сможем вернуться бесплатно, ну, по крайней мере, я. Так, совиная мудрость, кинжал плюс один, не жалко продавать кинжал. Продам самые лишние. У вас есть новости о пропавших? Все будут услуги храма и продаем. Это все нужно. Еще, кстати, продать. Чтобы... есть две ловушки, значит, у меня. Весит они сколько? А, весит не пол фунта, то есть не критично. Их можно будет толкнуть в борделе. Я не знаю, почему там скупают ловушки, но, видимо, у них оригинальное чувство юмора. Так, стрелы. Стрелы. Странно, я позволю себе порассуждать, как бы... Мы вроде бы находимся в средневековье, да? Ой, я, кажется, купил не те стрелы. Вот краб. Так, вот теперь те стрелы. Мы находимся в средневековье. Средневековье не ведало такого... принципа, как эффективное разделение труда на промышленном производстве. То есть все материалы, а в особенности оружие, производились исключительно единичными производителями. То есть сидел мужик и строгал стрелы, и вытачивал наконечники, и ощипывал кур. Ну, в смысле, для оперения, или гусей, если быть более точным. Вот. А тут же целая пачка, целый колчан стрел 99 стоит 1 копейку. 1 местный рубль. Да, дешево, довольно, да? Да, что как бы намекает на то, что... Что-то здесь нечисто. Трудно предположить, как, на чем же держится экономика и почему производители стрел такие благотворительные люди. Ну, использовать благотворительные люди. Так, ты за бесплатно получается, я за 50 золотых телепортируюсь. Что, ты хочешь с меня 50 золотых? Нет. Ну, ладно. Паладины не такие мелочные. Это я просто... Ну, что-то для моих массовых заклинаний пока что не находится в применении, к сожалению. Ты им всем нахлёстываешь и так. На! О, ну, если хочешь, я могу предоставить их тебе в следующий раз. Так, ой. А вот у нас там... Ой-ой-ой! Слушай, это мне не Слушай, очень понравилось. Потому что он сейчас... Надо определенно сейчас отступить. Перезарядится и жахнет еще раз. Так. Так, там у нас маг.
О чем мы, кстати, совершенно забыли. Сегодня надо выпить пару зелий, наложить пару бафов. Так, Семён, а что у меня есть? У меня есть жезл огня. Кстати говоря, можем ответить ему тем же, но сначала я использую что-нибудь свое. Так, ну что, давай-ка ты... Давай-ка подлечись еще и попробуй вытанковать. Давай сейчас. Выпиваю зелье. Все, я пошел. Вперед! Где он? Вон он. Ага, вижу. А нет, это не он. А где он? Он невидимый. Зараза. Все, сейчас он получит. Все, никаких заклинаний есть ему. Давай, руби его. Рублю, рублю. Все, он уже ничего не сможет сколдовать. Все, он при смерти уже. Ну, в таком случае, получай. Загривок стрела ему. Ну, собственно, все. Ну-ка, что у него? Так, Семён только что лицом парировал удар меча. Так, Семён. Почему я нажал на рычаг? Так, а что дает этот рычаг, кстати? Попробую сейчас. Я открыл кучу дверей каких-то. Ой. Так, я кинул дымовуху туда. Да, крутые эффекты. Надеюсь, меня она никак не зацепит. Ну, насколько я помню, мы играем не на самом хардкорном режиме, поэтому не зацепит. Так бы зацепило бы еще как. 4 арбалетных стрелы. Прекрасно. Так, а что-нибудь выпало, кстати? Из мага ничего не выпало? Да ладно. Из него выпал щит круглый, маленький, обычно. Я его взял. Ну, лол. Лол же. Ну, почему из мага щит выпал? Ну, так нечестно. Причем самый дешевый. Так, Семён, давай. Отдыхать интересно, нет? Это, блин, вроде. Хватит. Ну, убили ж кучу... Слушай, я деактивировал с собой ловушку. Он решил разминировать. Значок тебе. Почетный сапер. Тут какое-то кольцо непонятное. Непонятное кольцо? Сейчас положу. Не трогай его, оставь на там, оно может быть опасным. Ну-ка. Расскажи мне об этом кольце. А мне не нужна стойкость? У тебя уже есть кольцо, насколько я помню. Стойкости. Да, есть. Я нашел новый шлем. Смотри. Предыдущий шел мне больше. Теперь я могу вешать на него плащ. Нет, нет, пожалуй. Так, мой предыдущий шлем выглядит более по-паладински. Ну почему? Ну где враги? Ну уже ж нет врагов. Ну ладно. Так, я потерялся. Откуда мы пришли, откуда мы зашли, куда мы вышли? Кажется, я нашелся. Так, ты все сундуки уже обшарил здесь? Я пытаюсь на предмет ловушек обследовать их. Что-то пока ничего не видно, ладно. Всего лишь закрыт на все. Попытаюсь отдохнуть пока. Не хочет отдыхать. Удобно с собой Семёна носить. Подойди вот сюда, вот, к квадратному сундуку, там лежит набор. Иду. И к второму там лежит зелье благословения, ты же у нас их любишь потреблять. Угу, как же. И находки ее. Так, ну ладно, да, хорошо, а если я бегу в камеру к Эмерику? О, а тут дают отдыхать нормально, то есть, да, он выбрал удачное место. Ну, мне уже отдыхать без надобности, я применил на себе. Ну, я на всякий случай перезаряжу заклинание. Пакет целителя. Пакет. Пакет целителя, на уровень интернет. Так, прямо по курсу, пацаны. Пацаны! 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 Довольно много пацанов. Еще и боевой пес. Вот так вот. О. Всем спать. Это они спать легли? Ну да. Обожаю эту штуку. Здорово. Это нелетальное оружие. Кстати, нелетальное оружие замечательно сочетается с летальным оружием, как является мой арбалет, который завершает наш стейт после того, как нелетальное оружие срабатывает. Отлично. Меня замедлили. Я так, пойду разберусь с ними.
Ты их раскидаешь, да? Ну, наверное. Пока что не попадаю по ним. А я что-то вообще не могу прицелиться даже. Вот так, минус два. Все. Арбалетные болты на земле лежат. Отлично. Так, штуки на продажу буду сюда убирать. Отлично. Вот так-то можно было бы даже и не покупать их. Ну ладно, нормально. Так, пополнили запас. Так, давай иди сюда. Мы пропустили одну дверь. О! Вон давай. Там еще толпа. Да, да, иди сюда. Неплохо. Я, наверное, даже сейчас себе спрей поставлю за место ракеты магического снаряда. Вот выстрелю его в кого-нибудь и поставлю, чтобы у меня было три таких заклинания подряд. Так. Уж больно оно неплохо. Так, вот этот мы тропится обшмонали? Или нет? Да мы нет, вообще, нет, по-моему, нет. Особо не шмонали эти камеры. Ну ладно, пойдем дальше по часовой стрелке. Так, так вот там. Здесь был. Тут что-то у нас внутри. Ничего. Так, Семен, сейчас ничего. Достань. Пожалуйста. Спасибо. Так. Ну, идем дальше. Здесь так. Что-то было? Один золотой. Кстати, уже дают отдыхать. Но я не буду пока этого делать. Значит, мы всех зачистили, да, тут? Угу. Я вижу, мы пропустили, судя по карте, еще одну дверь. Кладовую. А, да. Сейчас мы как раз подойдем к ней. Тут еще 4 золотых и... И пацаны! Вижу пацанов. Так, потихоньку заходим. Ох, всей толпой. Познай силу моего гнева. Знаете, наслаждайтесь. На тебя самого это котца? Красно. Прекрасно. Да, неплохо. Че из них упало? Болты. Тут 5 золотых. Так. Награду за мои старания. Кстати, у тебя что по золотым? Меня... Сейчас. Цветные брызги сюда пойдут. Ладно, перезарядимся прямо сейчас. У меня 2717. В принципе, неплохо. Хватит купить один свиток воскрешения аж. Мы можем двигаться дальше, да? Кстати, стойкость не повышает коэффициент защиты, я смотрю. Стойкость повышает что-то другое. Подожди, ну, подожди, да, сколько у тебя золотых? 2717. А у меня просто 717. Да? Ну, паладинам деньги не нужны. Да ладно. Всем деньги нужны. Даже Семену, да, Семен? Семену-то на что? Семен лечится сахарком, который у меня откуда-то в бесконечных количествах складируется в складках мантии. Так. Угу. Ну, собственно, вот. Мы, кажется, пришли. Куда мы пришли? Ну, мы пришли в самый... В казематы, да? В самый низ казематов тюремных. Так. Теперь у нас есть выбор, пойти прям... А, нет, пойти прямо мы поедем обратно. Вот, собственно, наш путь пролегает за этой дверью. Вперед! Так, тут уже сразу заключенные. Я тебе кишки выпущу! Давай, стреляй. Вот так. У нас тут... 3 копейки.
И тут тоже. Ни копейки. Угу. Так, почка обшарена. Да. Это темно. Что-то темно. Не говори, темно. Кажется. Подожди, сейчас я тебя... Стой. О. Так. Поем. Теперь ты светишься. Не бойся, это не радиоактивно. Так. Да я и не боюсь. Я же знаю, что верный товарищ меня не подставит. Просто мы еще не изобрели щечка Гейгера. Но не боись, судя по тому, что свет довольно яркий и стабильный, заклинание сработало успешно. Так. Так, что же у нас тут? Ну, кстати, вот... Ой, ой, что ловушка это было? Звуковая. Кстати, вот... К слову сказать, Neverwinter, чем мне нравится, то, что вот тюрьма выглядит действительно как тюрьма, да? То есть запутанные, неудобные помещения, вот. Опять-таки, отсутствие стражи. Оно вроде бы и намекает на синдром штурмовика, так прямо по курсу куча их. Но с другой стороны, вроде как говорит о том, что в целом было все добыто. Слушай, тут стоит. Пригодятся твои массовые заклинания. Да? Ну да. А что-то не колдырится. Ну потому что враги слишком близко. Ну ладно, уже всех перебил. Вот видишь. Нет, потому что вот этот чувак, он стоял за дверью. Я его не видел. Ты на него нацеливал. Поэтому да? Он подумал и передумал колдовать, не смысл. Ну, то ли именно еще. Так, получи. Что у нас тут? Целья. А тут? Деньги. Паладин на этот раз все загреб себе. Посреди ловушка. Так, копейка. А, вижу ловушку. Так, пойдем. У нас три двери. Пойдем в эту, да? Ну, нам нужно отправить все во имя опыта. Ну, я имею в виду опыта, да. Мы же не думаем об экспе, да. Так. Так, боевой пес. Хрю! Тут еще на. За углом. Вон пацаны. Так, на. Так долго. Отлично. Прямое попадание. Арбалет решает. Че, ящик открыл был даже? Удивительно, так тут бутылочки. Ящики, как правило, не заперты. Да, такие бывают заперты, мы пропустили останки. 4 копейки целых. Предлагаю сначала сходить вот в эту дверь. Самую южную. Закрыто. Вперед. Семен может с ней справиться? Безусловно. Семен влезает в самые труднодоступные места. Ой. А тут собачка. А я ее правда не заметил. Собачка. Отлично. Я даже не счел нужным поворачиваться к ней лицом. Так, этот сундук заперт. Этот тоже. В этом 2 золотых. В этом 1. Так, у нас уху-ху-ху. Я загреб это. Ладно, то, что в этом сундуке будет твоим тогда. Отлично. Открыто. Здесь, ну, здесь, в принципе, бутылочка с хиппиами. Пойдет. Хиппей у меня мало. Тут опять заперто. Кстати, можно, наверное... Эй, я только что выкинул из панели быстрого доступа за клин... свои бутылочки лечебные. Бутылочки вернитесь, пожалуйста. Бутылочки. Отлично. Бутылочки. Что можно сказать? Итак. О, тут сразу пацаны. Давайте, мы слушайте, рассуждаем прямо как... Там сбежавший чародей. Мне так? Это не нравится. Но он пока на нас попробуем не забился. Вот так. Вот он. А нет, это не он. Так, все, я бегу он? На него. Ой-ой-ой. Все, сейчас ему будет нехорошо. Я на него еще какую-то штуку. Ну, как всегда. А, по-моему, мой. Да. Беда. Нас только что выхлестнули фаерболом.
Да, это было красиво, но обидно. Вот так-то. Ну что, возрождаемся. Да. Потеряно 200. Да не хочу тебя слушать. Выслушай мою речь, выслушай мою речь. Ну, заодно можно продать лишнее. 200 опыта потеряно. Разумеется. Я постараюсь дать вам всю необходимую информацию. Прощайте. Добро пожаловать. А, и, кстати, это несправедливо. Почему у него есть фаербол, а у меня фаерболов, ну, только в палочке. Добро то есть была огромная вероятность, что я их просто не нашел бы никогда. Потому что чаще всего я не находил. Никогда не находил палочку с огненными шарами в начале игры. Обычно это было много позже. Ну, ладно. Несправедливо. Да, все ужасно несправедливо. Мы можем телепортироваться с помощью того пацана, который нас вернул обратно. Давай. Ну, то есть, прямо вообще прямо сразу телепортироваться. Он, конечно, поломается немножко, скажет, как же так? А он занят и не может говорить, а давайте телепортируйся, а я через портальчик. Ну все, телепортируюсь. Отлично. Слушай, я прямо перед ним оказался. Прекрасно. Ну, он уже смертельно ранен. Все. Это месть, чувак. 89 опыта. Ну, он компенсировал почти. Так, смотри, так, что у него. Еще одно него, кольцо. Кстати, изучи. Со стойкостью. Опять стойкость? Ну, бери его себе. Угу. Так, а теперь не важно мешаешь. Понять. Важно понять одну очень важную вещь. Важно понять важную вещь. Ага, вещь понята. Сундук с ловушкой. Семён, взять. Спасибо. Напомни, пожалуйста, что дает эта стойкость? Тут две палочки! Призвание это... существа 3. Стойкость, блин, я не знаю, что она дает. Написано сказать. Плюс один к спас-броскам, что-то такое. А, ну спас-броски, ну да, спас-броски это попытка избежать эффекта какого-то. То есть, когда против тебя выбрасывают удар по голове, ты выбрасываешь спас-бросок против удара по голове, ну, условно говоря. Если ты спас, точнее, если ты его прошел, то твоя голова отражает удар. Если нет, твоя голова поглощает удар. Ну, спас... Выбрасываешь удар по голове, имеется в виду, выбрасываешь игральную кость. Да, и выбрасываешь кубик с 99 гранями. Так. Мы там были. Надо будет себе выделить вот сюда, наверное, палочкой сейчас. Запихиваю их вот сюда. Сюда палочка пойдет. Вот это, сюда вот это. А сюда вот это и вот это. Так, и, наверное, вот это вот еще тоже, поскольку она является таковой. Ну, пойдем, что мы ждем? Да не, мы чё там мы уже были. Что мы ждем? Нам нужно идти... Да, подожди. А, ну да, прямо по курсу. Ну, мы были еще, мы оставили позади себя две двери. Ну, мы еще вернемся. Если, по-моему, развилка. Так, тут опять куча ребят. Ищи с ненавеки! Вперед, бей врага! На! Так, ты че, на меня? О! Вот так-то. Крит. Ха. Будешь знать, как нарваться на арбалетчика. Необычного арбалетчика. Конного хотелось добавить, но я, увы, не конный. Ладно. Увы, не конный. Пойдем, не конный. Еще одна развилка. Тут заперто. Нужна помощь Семёна. Там еще и ловушка. Что-то вот этот вот бум Ризакула, который я использую, что-то получается не очень хорошим у меня, потому что так сейчас Семён должен справиться, по идее, да, если он реагирует на это сейчас и занимается, да, точно все правильно. Ух, куда мы попали? Тут живой пес. Как-то очень темно, тебе не кажется? Нет? Да, мне нужно еще раз твое радиоактивное свечение. Спасибо. Так,
Отлично, просто выстрел, замечательно. Так, что у нас по сундукам заперто в этом зелье? Вот, Семён, ну что ж ты не закончил-то? Семён открыл этот сундук, как раз ты его отряхнул. Ай, прости, Семён. Я пока попробую расправиться с сундуком самостоятельно, самый... да. На самый опасный сундук на просторах. Почему он самый опасный? Ну потому что он самый стойкий, ты же знаешь. Ты же помнишь, мы пытались. Тут медное внутри лежит ожерелье. Так. Ты же помнишь эти эпопеи. Чем мы не знаем. Вот еще один сундук тут остался. Вот этот. Вот это одно из самых великих достижений, я думаю, Neverwinter. Одно это очень дешевое производство стрел. Слушай, масс... что-то копье. Копье! А я не умею с ним обращаться. Вот забавно, с посохом умею, с копьем не умею. Еще я умею обращаться. Друид. С кучей заклинаний. Так, ну ладно. У меня была, кстати, мысль взять один уровень воина в начале. Но я что-то испугался штрафа за мультиклассовость, хотя в людей он снижен. Я испугался всяких там других вещей и решил, что ладно, нужно быть каноничным магом. Вернемся? Давай. К самой первой развилке, я предлагаю, так будет лучше. Я думаю, давай мы вернемся к ней, на этом завершим эту серию и со следующей продолжим путь от этой развилки дальше. Итак, вот она. Да. Ну что ж, давай попрощаемся со зрителями, как это принято. Спасибо, что были с нами, уважаемые зрители. С вами да. были сэр Валенард и сэр Холмс. На канале Noble Source Channel и в Neverwinter Nights. До встречи на нем уже. Всего доброго.